Всем салют! С вами Дёни Рэп Ньюс, и это рецензия на альбом исполнителя, который уже 15 лет демонстрирует нашему вниманию свою музыку. И я считаю, явно не нуждается в представлении. Если вы еще не догадались, то речь идет о Негативе из Триады и его недавно вышедшем EP «Числа». Прослушав альбом один раз, я уже на 100% был уверен, что здесь не обойдется без споров слушателей, которые выросли на 7-8 официальных батлах хип-хоп.ру и приверженцев более новой школы. Причем здесь батлы, о чем я вообще? Давайте разберемся по порядку. Тысячи раз думал броситься, и продолжала на злая молва. В мире обольстительных почестей могут сломать даже слова. Дело в том, что альбом буквально нас возвращает в те самые 2006-2007 года, когда характерны как можно проще сэмплированные биточки, но жирные ударные линии, выстроенный ряд рифмы на созвучие, а не какие-нибудь там разбивные или двойные. А самое главное, простота исполнения, но шедевральной проникающей силой, иначе говоря, классика. Именно такое название несет себе и первый трек на альбоме «Негатива», тем самым заявляя, мол, ребята, не ждите от меня чего-то нового, я все тот же преданный своему стилю старичок книга «Негатив». В итоге получилось очень добренько. Песня, в которой, пожалуй, не стоит даже вслушиваться, а просто достаточно качать под нее башкой и не более. Я просто рассыпался в экспериментах на точке рассыпаться. Шквал чувств, выпусти в август, не дать остыв, потом альбом, облом, еще облом. Не обошлось также на эпишке без излюбленных негативных сторителлингов, которые равносильны и сериалам. Любить или не любить, выбираете только вы. Лично для меня они кажутся вполне забавными и весьма незаурядными. Едем дальше. Вот они, те самые числа. Это 3 двойки. Вполне душевная композиция, но из отрицательных сторон я бы выделил поднадоевшие интонации, заметные на слух теки. Совместная песня с группой «Пицца» не люблю. На мой взгляд, просто крайне необходимо снимать клип на эту песню и пускать в ротацию на телевидении. Ведь именно эта композиция достойна быть народной. Неимоверно мотивирующая и добрейшая песня, под которую просто невозможно не улыбаться. Хотя снова же, рэперы, думаю, не поймут. И наконец, хотелось бы выделить совместку со «Змеем на рыбалку». Наверняка вы уже так и хотели бы услышать про лещевание, про соков и галатов, но я вас огорчу. Трек для любителей спокойного отдыха. И если же вы его не поймете, то просто включите его своему отцу или деду. Кроме этого, на EP вы услышите довольно искренние, душевные, но местами банальные композиции. Интернет шумит. И давайте-ка же глянем, какие отзывы собирает негатив в интернете. В общем, подводя итоги, я хотел бы сказать, что этот альбом будет многим непонятным. Но это вовсе не означает, что он оказался плохим. И на этом все. С вами был Дёни Рэп Ньюс. Подписывайтесь на канал, половьте твиттер и не переставайте следить за следующими нашими выпусками. Еще альбом, облом, еще облом. Ведь я о чем? Кто-то пишет песни сам для себя, кто-то для близких. А я не я, когда не при делах. Наши диски, и всякий раз, когда казалось крах невероятно близко, собираясь по частям, прежде стираясь в пески. Тысячи раз думал броситься, и продолжала нас злая молва. В мире обольстительных почестей могут сломать даже слова. Тысячи раз думал броситься, и накалялись нервы до бела. Это едва ли кончится, теперь попытка 220.